Ой, похоже, я уже опаздываю на свою свадьбу. Жалко, что у меня машины нету. Как-то, наверное, не очень будет, если мы со Скетти на свадьбу пешком придем. Эй, ты, жених! Привет! А ты куда это так торопишься? Да некогда мне с тобой разговаривать. Я на свою свадьбу опаздываю. Говоришь, на свадьбу опаздываешь? А хочешь, я тебе свою машину дам? Ты мне свою машину дашь? А тебе что, не жалко для меня? Да для такого-то дела, конечно, мне не жалко. Ты водить умеешь? Да, конечно, умею. Я даже поверить не могу, что ты мне свою машину даешь. Хи-хи. Ух ты, как круто! Я и на машине за невестой своей еду. Хи-хи. Не хватало еще, чтобы Панки на свадьбу со Скетти опоздал. Он сегодня обязательно должен жениться, чтобы Мария навсегда про него забыла. Эй, Скетти, выходи, поехали жениться на нашу свадьбу. Не может быть, Панки что за мной на машине приехал? Хе-хе. Ну надо же, какой же Панки молодец, я о таком даже и не мечтала. Хе-хе. Ой, Панки, привет, я так рада, что ты за мной на машине приехал. Ну конечно, Скетти, я постарался, чтобы сегодня все было самое лучшее. А еще смотри, какой красивый букет невесты я приготовил для тебя. Ой, Панки, а я уже сама букетик себе купила, тот, который я хочу. Ну, я так долго выбирал тебе букет, мне кажется, он очень красивый. Да, он красивый, но он не подходит к моему платью. Посмотри, красные розочки сюда больше подходят. Ну ладно, Скетти, ясно, если тебе не подходит этот букет, давай тогда я его просто в машину назад положу и все. Ну что, поехали, а то мы опаздываем уже. Да, поехали, Панки. Ну что, ты поместилась здесь в своем платье? Да, я поместилась, Панки. Жаль, что у тебя машины нету. Я хочу теперь, чтобы ты всегда за мной на машине приезжал. Ну, ты подожди немного, Скетти. Закончим школу, пойдем работать и на машину себе заработаем. Ну да, конечно, я подожду, Панки. Что еще мне остается делать? Ну что ж, кажется, пора мне на свадьбу собираться. Наверное, Панки будет очень удивлен, когда на свадьбу две невесты придут. Ну вот, теперь я готова. Осталось только фату надеть. Может быть, кто-то скажет, что я не должна так поступать. Но это мой последний шанс. Мне уже совсем нечего терять. Ой, ну надо же, как здесь красиво. А ты как думаешь, Скрибл? Да, Фирс, по-моему, это идеальное место для свадьбы. А давай, когда наша свадьба будет, то мы тоже здесь с тобой поженимся. А, ну, конечно, Фирс, и мы с тобой поженимся когда-нибудь. Хи-хи. Ой, девочки, посмотрите, это друг Панки пришел со своей девушкой. Ой, ну надо же, у его девушки что, волосы не настоящие? Да ну и что, что не настоящие? Мне кажется, она очень красивая и стильная. Ну мы же все равно лучше, и куда только эти парни смотрят. Здравствуйте, мама и папа Панки, меня зовут Бритни. Я подружка невесты. Здравствуй, Бритни. Похоже, твоя подружка не сильно торопится на свою свадьбу. Ну, что ты говоришь такое, дорогая? Между прочим, они с Панки вместе должны прийти. Ну, конечно, и я тоже так думаю. Они обязательно придут. Вы можете даже не переживать. Да я больше переживаю за то, что мой сын женится сегодня. Дорогая, а ты почему сегодня платье не надела? Ты посмотри, какие гости сегодня все нарядные на праздник пришли. А у меня нету повода для праздника. Я вообще уверена, что этой свадьбы сегодня не будет. Да как же ты можешь быть в этом уверена? Сейчас Панки со Скетти приедут и поженятся. Ну, может быть, поженятся, а может быть и нет, если Мария не подведет. Ой, девочки, как вы думаете, а у кого из нас самое красивое платье? Кэти, самое красивое платье должно быть у Скетти, потому что она невеста. А я так думаю, Бритни, почему ты такое скромное платье надела, а ты просто не хочешь быть красивее невесты? Хи-хи. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, мы начинаем нашу свадебную церемонию. Ну надо же, сколько у нас невест, и все такие красивые. Ой, да нет же, мы не невесты, мы ее подружки, а невеста скоро приедет. А, так значит, жених и невеста еще не приехали? Ой, смотрите, едут, приехали наконец-то. Всем привет! Ну что, мы не сильно опоздали? Опоздали немножечко, но ничего страшного, без вас бы мы все равно не начали. Да это все Панки долго ехал за мной, я уже давно собралась и ждала его. Нет, ну ты видишь, дорогой, снова она нашим сыном недовольна. Мамулечка, папулечка, ну как здесь дела? Все по плану идет? Ну, пока что еще не все по плану, еще не все гости подошли. Ой, братишка, ну скажи мне, я красивая невеста сегодня? Конечно, Скетти, я всегда говорил, что ты у меня просто принцесса. Да, зря мы старались быть сегодня лучше тебя, у нас все равно ничего не получилось. Ну, наконец-то молодые приехали, давайте уже зарегистрируем ваш брак наконец-то.
Ну, в самом деле, Скитти, идите скорее женитесь уже. Да я бы с радостью, Бритни, но видишь, Панки все никак наговориться не может. Ну все, Панки, хватит уже разговаривать, после свадьбы поговорите. Да ладно, ладно, я иду уже. Скитти, согласна ли ты выйти замуж за Панки и быть с ним в горе и в радости? Да, ну конечно же, я согласна, я так давно этого ждала. Ну конечно, ждала, чтобы моему мальчику всю жизнь испортить. Ну а ты, Панки, готов жениться на Скитти и быть с ней в горе и радости до конца дней своих? А я? Ну, я же... Постойте, Панки должен сделать осознанный свой правильный выбор. Что, Мария? Ну, наконец-то она пришла. Я уже думала, все пропало. Мария, а ты что здесь делаешь в платье невесты? Панки, я не могла сюда не прийти. Я думаю, будет честно, если ты выберешь свою невесту из нас двоих. Да ты что такое говоришь? Это моя свадьба, а не твоя. Это ты украла у меня жениха, и я должна была быть сегодня на твоем месте. Но Панки сделала предложение мне, а не тебе. Так что давай, уходи отсюда, и не надо портить нам праздник. Это только у тебя праздник, а Панки совсем не рад этой свадьбе, потому что он совсем не хотел жениться на тебе. Да ты мне просто завидуешь, что твоя свадьба не состоялась, так ты поэтому мою свадьбу сорвать решила. Но ты знай, у тебя ничего не получится. И никакая ты не невеста. Панки сделал предложение мне, а не тебе. Ну и что? Зато я люблю Панки, и он тоже любит меня. Да ты просто наглая обманщица, которая вечно все портит. Давай сейчас же, снимай эту фату. Ай, не трогай меня, отпусти мои волосы. А ты что, забыла, как сама мне чуть волосы не выдрала когда-то? Ну, Скитти, отпусти Марию, но ведь ты же невеста, это некрасиво и жестоко. Да ты что, разве не видишь Панки? Она же нашу свадьбу решила испортить. Ну, Скитти, ну Мария же не виновата, что она любит меня. Иначе бы, наверное, она сюда не пришла. А ты кого любишь, Панки? Меня или ее? Ты можешь мне наконец-то честно сказать? Ну, если ты честно хочешь знать, то я скажу тебе. Я Марию все еще люблю. Ты прости меня, Скитти, что я тебе сразу все не сказал. Я просто думал, ты расстроишься, если я свадьбу отменю. Так это что? Получается, ты из-за жалости на мне жениться хотел? А я-то думала, что я большего достойна. Видеть тебя больше не могу. Ой, Скитти, подожди. Ну, может быть, еще можно все исправить. Ах ты, негодяй. Ты чего это мою сестру обидел? Да подожди, скейтербой. Ты же видел, я не собирался этого делать. Да мне все равно. Я тебя предупреждал. Обидишь Скитти, будешь со мной дело иметь. На, получай. Ой, что происходит? Моего мальчика избивают. А ну-ка, иди быстро следом за своей сестрой. Да, я вижу, у вас вся семейка такая ненормальная. Похоже, моей сестре очень повезло, что эта свадьба не состоялась. Ну надо же, какой неприятный тип. Хорошо еще, что они нашими родственничками не стали. Дорогая, ну не нужно было тебе вмешиваться, ведь Панки действительно тоже виноват. Ну уж нет, я своего сыночка никому в обиду не дам. Да ладно, мам, все хорошо, вы извините меня, мне нужно с Марией поговорить. А с Марией говоришь? Ну хорошо, не будем вам мешать. Да, ты поговори с Марией, это она именно та девушка, которая достойна быть твоей женой. Ну хорошо, что хоть мама против Марии не настроена. Мария, ты извини, что Скитти накинулась на тебя, я даже и не думал, что она так себя поведет. Да для меня, Панки, это не имеет уже никакого значения. Ты скажи, это правда, что ты все еще любишь меня? Ну да, это правда. Ты извини, что я давно тебе этого не сказал. Да уж, Панки, ну и заставил ты меня понервничать. Я же и сама чуть замуж за Витча не вышла. Ну, наверное, Мария, не случайно так получилось, что наши свадьбы не состоялись. А знаешь что? Кажется, у меня появилась хорошая идея. Ты подожди, я сейчас. У меня же тут в машине остался букетик. Ну, не зря же я его так долго выбирал. Вот, Мария, возьми этот букет и скажи, ты выйдешь за меня замуж? Панки, ты что, серьезно? Ты мне что, предлагаешь выйти замуж за тебя? А разве ты не для этого сюда пришла в свадебном платье? Ну так что, ты согласна выйти за меня замуж? Что, прямо сейчас? Ну конечно же я согласна. О, я смотрю, свадьба все-таки состоится, только невеста будет другая. Да, вы можете сейчас поженить нас, Панки. Ну а почему бы и нет? Не зря же я сегодня на работу пришла. Мария, ты согласна взять мужья Панки и быть с ним? Да-да, я согласна. Я с Панки на все согласна. Панки, а ты согласен взять в жены Марию и быть с ней в горе и в радости, в богатстве и бедности до конца дней своих? Ну да, теперь я точно согласен. Можно даже и не раздумывать.
Ну, наконец-то! В таком случае я объявляю вас мужем и женой! Жених, можете поцеловать невесту! Ну, хорошо! Я обещаю, Панки, что ты не пожалеешь о своем решении! Я в этом даже не сомневаюсь, Мария! Я думаю, мы с тобой будем просто замечательная пара! Ребята, вы напишите, кто из вас рад, что мы с Панки наконец-то поженились! А если вы считаете, что я правильно сделал, что женился на Марии, а не на Скете, то ставьте нам лайк и подписывайтесь на наш канал «Веселые игрушки». А главное, не забывайте, что на этом наша история не заканчивается, и уже совсем скоро вы увидите новые серии.